Наш сегодняшний вебинар посвящен процедурам и средствам для экспресс-процедур, для процедур подготовки к мероприятиям. У нас с вами осталась почти неделя, а точнее точно неделя до Нового года, и что можно еще сделать, что можно улучшить, как подготовиться к Новому году. В основном дело будет касаться салонных быстрых процедур, да, которые делать абсолютно безопасно, чтобы не рисковать перед какими-то мероприятиями, перед важными событиями. И сразу хочется сказать, что обсуждать средства тоже эффективные перед праздниками, которые можно перед мероприятиями делать, тоже будем. И что же такое экспресс-процедура? Да? Это быстрая процедура, которая дает явно видимый результат. Да? К требованию основному, да, к такой процедуре, это действительно явно выраженный результат непосредственно после нанесения средств и также отсутствие на коже каких-то видимых повреждений, может быть, шелушений, отеков, да, и что можно сделать на такой процедуре. Прежде всего, первое, да, что мы делаем, это улучшить цвет лица. Да? Второе, это восстановить, увлажнить кожу, да, дать ей такой свежий вид. Можно провести какой-то, дать видимые эффекты, да, убрать шелушение, если оно было, да, там, нивелировать комедоны. И также выровнять тон кожи, ну и основное, да, наверное, самое такая, как бы желаемое, точнее, самый желаемый эффект – это лифтинг. И что мы с вами будем использовать в такой процедуре, да, это, как правило, активные средства, которые содержат большое количество активных ингредиентов. Поэтому будем сейчас подробно разбирать и разбирать как салонные средства, так и средства для домашнего ухода. Прежде всего, ну, наверное, самая простая и понятная процедура – это ультразвуковая чистка лица. Да, прежде всего, что делает внешний вид лучше – красивее, да, это чистая кожа и, собственно говоря, больше ничего, да, там легкий макияж. Процедуру ультразвуковой чистки можно выполнять накануне любого мероприятия, если ваша кожа склонна к воспалительным процессам, да, или же вы имеете какие-то неоднозначные яркие реакции, да, то ее следует сделать за сутки, да, до мероприятия. Да, что буду и большой протокол обсуждать, да, и такие быстрые протоколы, да, которые занимают немного времени, поскольку все-таки перед праздниками времени у всех очень мало. Да, значит, прежде всего, чтобы правильно провести процедуру любой чистки, да, не рекомендую делать накануне мероприятия мануальную чистку. Но вот если, например, осталась неделя до Нового года у нас, да, поскольку мы все-таки готовимся все к Новому году, да, то здесь вот в ближайшие дни, да, можно провести процедуру и мануальной чистки, или совместить ультразвуковую, как правило, да, основная салонная процедура, да, которая совмещает и ультразвуковую чистку, и мануальную чистку. Что мы делаем, да, то есть поскольку нас слушают не только косметологи, да, но и наши клиенты, которые
по вашим рекомендациям, уважаемые косметологи, да, иногда покупают наши средства, слушают, смотрят наш канал на YouTube, да, поэтому все-таки буду рассказывать подробно. Простите, уважаемые косметологи, да, то есть и для них тоже этот вебинар будет. Прежде всего, чтобы провести грамотно и легко чистку, да, то есть это любые средства для демакияжа, то, что входит у нас в протокол, да, тонизация кожи. Если поры тугие или если есть те элементы, которые хочется почистить, дополнительно рекомендовано использовать, а мы говорим про косметику Гильтек, да, наш энзимный пилинг, энзимную пектиновую маску для того, чтобы улучшить и качество ультразвукового пилинга, да, и если требуется мануальная чистка, обеспечить этой чистке легкое проведение, да. После энзимного пилинга, да, мы с вами наносим гель для дезинкрустации, но можно также провести ультразвуковую чистку и по энзимной пектиновой маске, если нет дезинкрустанта. Да? Если мы делаем энзимную маску, да, то мы ее накладываем толстым слоем под специальную полиэтиленовую маску для того, чтобы лучше разрыхлить эпидермис, да, или можно в домашних условиях, например, да, воспользоваться пищевой пленкой, аккуратно закрыв лицо, выдержать аппликацию 15 минут. В случае энзимной пектиновой маски, перед тем, как провести ультразвуковой пилинг, ее нужно смыть. А если мы делаем энзимную маску, соответственно, точно так же, да, как при подготовку, да, ее, соответственно, мы смываем и наносим, да, гель для дезинкрустации точно так же на 10-15 минут. И потом аккуратно высвобождая поверхность, да, то есть ту зону, которую собираемся чистить, при помощи еще лосьона дезинкрустанта проводим ультразвуковую чистку. После ультразвуковой чистки лучше дополнительно еще обработать, да, смыть тщательно водой, обработать кожу, да, и если есть воспаление, мы проводим дерсенволизацию. Если нет воспалений, да, можно прийти маски по типу кожи, да, можно какую-то себорегулирующую маску нанести, да, для этих целей у нас пока нет, к сожалению, в коллекции ее, но можно воспользоваться, да, другими брендами, это могут быть и маски каолиновые, могут быть альгинатные маски. Если кожа не имеет воспалительных элементов, да, то после проведения ультразвуковой чистки можно положить любую маску как по типу кожи или маску направленного действия. Да, это может быть лифтинговая маска. Да, под нее можно нанести любые средства усиливающие. Да, можно альгинатную маску нанести, которая под своим осмосом проведет еще больше активных ингредиентов в кожу. И в завершение процедуры, да, накладывается либо успокаивающий крем, да, либо крем по типу кожи, в зависимости от того, в какое время вы проводили чистку. Если вы проводите чистку непосредственно перед мероприятием, да, то, соответственно, можно нанести уже дальше и праймер, на который вы будете наносить какие-то, может быть, декоративные средства, да, но все равно интервал до выхода у вас должен быть большой. Если в рамках протокола подготовки, да, то вот сейчас самое время, когда можно провести чистку лица, и дальше уже, если есть время, следовать
другим процедурам, направленным, например, на тот же лифтинг. Да, то есть это основная процедура. Даже если больше у вас не получится, например, попасть либо в салон, либо, если мы говорим о косметологах, да, то есть если ваш клиент, допустим, уже не сможет вас посетить, да, то можно совместить, например, сделать комплекс. Мы сейчас чуть-чуть попозже по него поговорим, да, и действительно к следующему четвергу у вас клиент, используя еще после процедуры какие-то дополнительные средства, которые вы ему порекомендуете непосредственно по проблеме. Сегодня тоже будем их обсуждать, то, что есть у нас в коллекции средств Гильтек, да, то есть будем обсуждать за сколько, как, чтобы достичь максимального эффекта. Да, для людей с проблемной кожей, да, чтобы не оказаться в Новый год с блестящим лицом, например, добрый день, кто к нам еще присоединился, здравствуйте, сегодня у нас процедуры экспресс-ухода, да, то есть вот то, что можно успеть сделать за неделю до Нового года. Ну вот, ближайшие дни, это немножко повторяюсь для тех, кто присоединился, в ближайшие дни, да, то есть как раз если нужно провести именно чистку лица, сейчас еще можно сделать мануальную, да, то есть добавить после ультразвука, почистить поры, может быть, тугие, забитые, да, если жирная кожа, да, и у вас вот эффекта от этой чистки за неделю там не случится, да, то накануне, например, можно просто при помощи либо домашнего прибора, если у вас есть, да, либо косметологу, да, то есть накануне мероприятия просто дополнительно провести, опять же таки, ультразвуковую чистку, да, после нее уже закрыть какой-то направленной маской, да, ну вот самое такое, то, что дает моментальный эффект, это, конечно, альгинатные маски, но, например, для чувствительной кожи, да, или же у многих сейчас из отопительного сезона кожа сохнет, и получается, есть прям совсем обезвоженные места, можно воспользоваться и гелевой маской, аква удовольствие в завершении процедуры ультразвуковой чистки. Также у нас есть фирменная маска, которую мы сейчас обсудим чуть-чуть позже. Самой, наверное, быстрой и безопасной процедурой для того, чтобы быстро подготовиться к какому-то мероприятию, это будет, конечно же, энзимный пилинг. Основное преимущество этого пилинга, что он абсолютно безопасен, не дает никаких побочных эффектов, очень хорошо убирает верхний роговой слой, да, осветляет немножечко кожу, да, то есть не отбеливает, а именно осветляет, и мы при таком, при использовании, да, или включении в программы в свои энзимного пилинга получаем хорошее свечение на коже, гладкое лицо, ровный, хороший рельеф, да, на который потом очень хорошо ложатся декоративные средства. Это, наверное, будет в случае подготовки к мероприятию, да, такое как бы средство сос-ухода. Наверное, самый щадящий из вообще всех пилингов, это будет маска энзимная пектиновая, да, то есть в которой используется пектин, очень хорошо осветляет кожу, дает хорошее увлажнение. Можно использовать его несколькими способами. В качестве подготовки я уже говорила, да, к ультразвуковой чистке, можно использовать его как дополнительное очищение. Кто знаком с нашей косметикой давно, да, кто-то, может быть, только открывает для себя ее, кто знаком давно, все прекрасно знают, два раза в неделю можно использовать ее как для дополнительного очищения, она действительно очень хорошо выравнивает рельеф
и хорошая помощь, да, для людей как с сухой кожей, так и для людей, которые склонны к высыпаниям, для жирной кожи. Два способа использования, да, то есть как подготовка к пилингу. Мы наносим маску, да, на 15 минут под осмотическую пленку или под специальную маску полиэтиленовую, выдерживаем аппликацию, убираем. Также можно использовать маску как в салонных, так и домашних условиях в качестве просто пилинга. Также наносим толстым слоем влажными руками по маске. Дополнительно орошая можно, например, каким-то безспиртовым тоником, можно просто водой, можно провести легкий дренирующий массаж, да, или легкий отшелушивающий массаж кончиками пальцем, да, в течение 5-7 минут, не давая маске отверждаться, да, то есть не давая маске впитываться, постоянно увлажняя, тем самым усиливая воздействие энзимов на кожу. Потом мы аккуратно смываем водой, после чего можно уже продолжать воздействие, да, либо провести какую-то интенсивную процедуру, либо, опять же таки, например, ультразвуковую чистку, да, можно нанести средства для дезинкрустации. Либо в домашних условиях после энзимной маски можно совершенно спокойно уже начать нанесение активных средств. Да, к примеру, можно положить ту же маску Аква Удовольствия, да, и у вас получится такая мини-процедура быстрая, чтобы быстро перед выходом привести себя в порядок. Далее, что еще сейчас можно сделать, да, это мягкий... Виктория, добрый день, очень рада, что вы к нам присоединились. У нас сегодня быстрые экспресс-процедуры, да, которые можно как быстро подготовиться к мероприятию. Да, сейчас у многих корпоративы, либо просто подготовиться к Новому году. Химический пилинг, да, то есть это тоже такая классическая косметическая процедура. Что мы получаем, да, то есть очень быстрое отшелушивание, хороший цвет лица, да, в некоторых случаях, в зависимости от кислот, это питание, быстрое обновление кожи, да, и до праздников, конечно, лучше обратиться к самым щадящим, к мягким пилингам, каким и относятся в линии whitening, да, наш химический пилинг. Очень хороший такой протокол можно сделать накануне мероприятия, да, то есть пилингом Гильтек, это гель-пилинг на основе миндальной кислоты и с комплексом АХА-кислот, что немножечко я вернусь к предыдущей мысли, да, мягкий щадящий пилинг, который можно делать курсом, также он отлично подходит для процедуры на выход, да, что мы с вами делаем. Да, то есть прежде всего для очищения мы используем очищающее средство, чтобы не было каких-то неприятных реакций. Да, лучше воспользоваться гель очищения, да, наш очищающим гелем, который абсолютно нейтральный, не вызывает никакого раздражения. Да, то есть хорошо очищаем кожу. Далее обрабатываем кожу тоник с АХА-кислотами, который тоже находится у нас в линии whitening.
дождаться полного впитывания, кожа должна быть сухая, после чего мы наносим тонким слоем наш гель-пилинг, начиная со лба, опускаясь по периферии на все лицо и в конце наносим на мягко вокруг области глаз, да, не подходя близко к глазам. Аппликация может составлять по времени от 5 до 10 минут. Пилинг не требует нейтрализации, очень хорошо смывается он водой. Если как такой парадный пилинг, то достаточно одного слоя. После пилинга у нас, как правило, интенсив регенерации, наверное, все наши подписчики и все наши косметологи знакомы, да, то есть данный препарат у нас выпускался как средство после агрессивных процедур, после травмирующих процедур, в том числе и после химического пилинга, который быстро позволяет убрать нежелательные явления, успокоить кожу, да, и быстро восстановить кожу после таких процедур, да, подходит и для химического пилинга, и для инъекционных процедур. После нейтрализации пилинга, да, то есть мы наносим интенсив регенерацию и какой-то защитный крем, да, либо, да, очень хорошо будет работать сыворотка интенсив омоложения, если нужно дать такой хороший лифтинг, разглаживающие действия. Тоже можно завершить процедуру, если процедура выполняется в течение дня, либо в утренние часы, то мультипротектор у вас пойдет как завершающий крем постпроцедурный. Уже на следующий день перед выходом вы будете использовать лифтинговые средства, но эффект, вот, чтобы усилить от химического пилинга, можно воспользоваться не просто интенсив регенерации, да, а, например, сывороткой интенсив омоложения, которая даст такой хороший лифтинг, увлажнение, он очень хорошо разглаживает кожу и вместе с пилингом еще и усилит вот такой вот омолаживающий эффект, даст эффект свечения. По поводу курса, да, то есть мы сейчас с вами уже в курс не успеваем, кто еще не, то есть кто еще не начал пилинговые процедуры, да, а так один раз в неделю, в данном случае, например, у нас сегодня с вами четверг, да, можно сделать сегодня процедуру и за сутки до мероприятия, да, то есть у нас с вами получается, если перед Новым годом, мы сможем сделать две процедуры химического пилинга и получить прекрасный результат и выглядеть на все 100%. Дальше, что можно сделать в салоне, чтобы получить максимальный, опять же таки, эффект? За комплексными процедурами многие наши клиенты, да, обычно и ходят в салон. Быстрые эффекты можно получить, да, при помощи такой сложной, на мой взгляд, но достаточно долгое по времени, да, то есть это применение лифтинговых, осветляющих масок, да, массаж. Многие косметологи владеют интенсивными массажами. В данном случае это будет спасение, да, чтобы привести себя быстро в порядок до Нового года. Очень хорошо и действительно эффективно работает микротоковая терапия, да.
вместе и с массажем, и с направленным, масками направленного действия, да, тоже мы получим действительно потрясающий результат, который спасет ситуацию накануне мероприятия. Да. При этом массажные процедуры, да, да и микротоки тоже в том числе, очень хорошо снимают стрессовое состояние, вот это состояние паники перед Новым годом. Можно включить, если ваши клиенты не аллергики, либо если вы являетесь клиентом, да, там массажи с ароматерапией, да, там совместить, это тоже будет давать хороший результат. Точно так же у меня на слайде протокол, да, такой полноценной косметологической процедуры. Кто косметологи, все прекрасно знают, да, то здесь последовательность, ну, вот такая быстрая процедура по приведению себя в порядок. Если говорить о сегодняшнем дне, да, и неделе перед нашим с вами мероприятием, да, за сутки до мероприятия, да, на следующий день эффект от таких процедур, как правило, лучше, да, там все косметологи об этом знают, да, что накануне лучше сделать. Если осталось вот так же неделя, у нас получится с вами, например, три полноценные процедуры, потому что не делаются процедуры каждый день, да, то есть это лучше сделать через два дня на третий, да, то есть мы и получим с вами вот такой комплексные процедуры раз, получается, раз в три дня, да, вот так вот. И получим долгоиграющий эффект. Процедура будет занимать по времени от часа до полутора, да, то есть какие эффекты мы, собственно говоря, от нее получим, да, это и хороший лифтинг, да, который такой вот прям праздничный лифтинг, прекрасный цвет лица, выравнивание тона кожи, какие массажи в данном случае подходят, да, сочетаются, например, там с той же микротоковой терапией, да, то есть это подойдет и интенсивный лифтинговый массаж, да, то есть сочетание, и туда же подойдет, да и массаж по жаке прекрасно подойдет в случае и проблемной кожи, да, и для тонизации, для глубокой проработки, да, то есть мы тоже получим хороший лифтинг, да, можно, кто владеет методиками скульптурного массажа, тоже можно включить, можно чередовать, например, комплексные процедуры с микротоковой терапией, да, там, с массажем, если у вашего клиента есть время, да, или у вас, как у клиента, есть время, да, то есть их можно чередовать, но можно и включить вместе. Да, после полноценного очищения в случае, да, проведения микротоковой терапии, да, она проводится всего 15-20 минут, поэтому процедура займет от часа, комплексная вся от часа, максимум, если с массажем, до полутора. Для быстрого воздействия, да, практически подходят все контактные гели, они самые высокотокопроводящие, да, и вы действительно увидите моментальный эффект, это наш тонизирующий гель, чтобы вот предотвратить вопросы, да, то есть это наш тонизирующий гель, который даст моментальный эффект, наверное, с любой аппаратной процедурой. И как раз из наших гелей можно сделать маску, это фирменная маска, либо фарфоровая кожа, либо, как Ирина Викторовна у нас ее называет, да, там, маска Золушки. Это после процедуры, в завершении процедуры нанести гель для сухой кожи Нео и лосьон-концентрат Нео,
сбилась я немножко. Когда мы лосьон концентрат Нео смешиваем с гелем Нео для сухой и чувствительной кожи, смачиваем тканевую салфетку, перед нанесением маски обрабатываем кожу лосьоном Нео, наносим маску, закрываем маску полотенцем, делаем кокон и оставляем клиента на 15 минут, после чего остатки маски снимаем и наносим крем по проблеме. Протокол маски и количество у нас есть на сайте в дополнительных материалах, можно посмотреть, и мы с вами еще подробно чуть-чуть попозже обсудим. Да, то есть после такой процедуры можно совершенно спокойно через несколько часов, да, то есть нанести макияж и выйти в люди. Также одной из самых популярных процедур, да, и рекомендованных процедур накануне мероприятий, да, то есть это из аппаратных лазерная биоревитализация, да. Инъекционные методики, я не буду про них говорить, во-первых, я не практикую инъекционные методики, да, но все, кто практикует, все прекрасно знают, да, что все равно пару дней, а то и более, да, если мы говорим о биоревитализации, то это в течение от 3, да, там, до недели кожа должна восстановиться. То, что можно сделать в течение недели, да, то есть это лазерная биоревитализация, это введение косметических гелей, да, в данном случае гиалуроновой кислоты, под воздействием низкоэнергетического лазера. Да, то есть основные эффекты, да, это видимое явное омоложение кожи, свечение кожи, хороший лифтинг. Да, нивелирование морщин. Ну, я говорю нивелирование, потому что мы говорим с вами не о курсе, а о нескольких процедурах. Да. Для лазерной биоревитализации у нас разработан специальный гель. Да, это гель с низкомолекулярной 2% гиалуроновой кислотой, который используется прямо вот непосредственно под эту процедуру. За неделю до Нового года для достижения, наверное, вот так бы я сказала, максимального эффекта нужно сделать как минимум 5 процедур. Да? Так, 8-10 протокольно. Но за неделю до Нового года абсолютно безопасно можно провести 3-4 процедуры, и вы прекрасный получите результат вместе с нашей как раз низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Ой. И когда времени нет, да, что стоит сделать или что приобрести для наших клиентов, либо же с чем можно провести непосредственно процедуры в салоне, чтобы получить максимальный эффект. Да? Кто с нами давно сотрудничает, тоже знают сыворотку, моделирующий актив лифтинг. Она подходит практически для всех аппаратных процедур и для самостоятельного использования. Почему я вот начинаю с нее? При ежедневном применении, да, то есть когда вы начинаете, например, у вас нет времени, там, или у вашего клиента вот сегодня он пришел на процедуру, а через за неделю он к вам больше не придет, да, что ему можно дать с собой для достижения максимального эффекта или для продления, да, там, действия процедуры. Это как раз актив лифтинг, да, в состав входит
активные ингредиенты, да, то есть там и высокомолекулярная гиалуроновая кислота, да, и кофеин, который дает очень хороший лифтинг, разглаживает морщины, да, убирает, если есть отечность, пастозность, подходит под все астматические маски, под все аппаратные процедуры и при, например, ежедневном применении дает хороший результат, который, в принципе, через неделю уже явно выраженный. Для экспресс-процедуры или же, допустим, если у вас она есть в домашнем применении, но вы за эту неделю ничего не делали и хочется прям выглядеть вау, это отличное средство под макияж. Очень неплохо ложатся легкие косметические средства. К сожалению, плотные кремы, такие вот прям визажные, немножко будут скользить. Сразу хочу предупредить, чтобы не было таких вот иллюзий, потому что средство гелевое, тонким слоем нужно нанести. И от всех тонирующих средств неплотной текстуры, точнее наоборот, идеальная подложка, праймер может быть, да, под средства неплотной текстуры, да, начиная от любых BB-гелей, CC-гелей, пудровых текстур, и таких лайтов, вот когда уже такие визажные, сложные, плотные средства, да, конечно, может немножко подскальзывать, и долго макияж не будет держаться. Чтобы макияж, а у нас вебинар, повторюсь, да, посвящен, чтобы выглядеть на мероприятии идеально, да, то есть экспресс уходов, чтобы хорошо лег макияж, да, то есть прежде чем наносить тональное средство, актив лифтинг лучше положить минут за 15-20 на лицо. Он впитывается достаточно быстро, после чего нанести или обработать таким струей прям тоника лосьон Нео, да, то есть нанести методом распыления, да, дать впитаться. Почему именно лосьон Нео? Там у нас липосомальный дигидрокверцетин, который еще этот лифтинг усилит. И лосьон не дает потом жирного блеска. Да? Некоторые клиенты, которые начинают им пользоваться, говорят, что он даже сушит. Это немножко не то. По ощущениям, действительно, мы получаем такой хороший лифтинг, а по физическим ощущениям такое впечатление, что кожа бархатная и немножко подсушенная. Поэтому мы наносим актив лифтинг, орошаем лицо лосьоном Нео, даем всему этому впитываться, и уже вот на такую вот сухую кожу наносим макияж. Макияж будет держаться достаточно долго, да, я очень часто практикую это, да, и в некоторых случаях он может держаться практически целый день до вечера, и еще вечером, если немножко припудрить, да, его можно обновить, и вы получите хороший такой и лифтинговый эффект долгий, и стойкий макияж. Сыворотка Mio Relax, да, которая в своем составе содержит активный пептид аргирелин, да, который блокирует мышечные проявления, да, то есть и работает как ботокс. Ну, мы не сравниваем, да, но обычно про такие средства говорят, что с эффектом ботокса. Для быстрого эффекта для таких пептидов не существует, но вот, например, как раз за неделю, да, у аргирелина накопительный период, да, когда вы можете увидеть явно выраженные действия, да, то есть это как раз неделя. Если начать ежедневное использование сегодня, да, то тогда к 31 числу
уже можно увидеть снижение активной мимики, а также в составе гиалуроновая кислота, которая будет нивелировать сухость, да, и вы получите за неделю действительно идеальный уже результат. Действие аргилерина хорошее, да, такое можно наблюдать уже через месяц-полтора, очень индивидуально. Это действие, да, но если вы, например, не успеваете проколоть ботулотоксины, да, и сейчас много мероприятий, а при, опять же таки, применении каких-то инъекционных методик все-таки не рекомендуется принимать алкоголь, да, то вот данные средства – это идеальный выход, отлично выглядеть, да, и, возможно, даже отложить мероприятия инъекционные, да, косметологические, на после праздников, когда не будет вот этого ажиотажа, и спокойно провести вот эти сложные процедуры в такой вот спокойной обстановке. А выглядеть к Новому году отлично. Вот, я бы сказала, два идеальных средства. Дальше у нас с вами как раз вот лосьон-концентрат Нео, про который я уже говорила только что, да, то есть его можно использовать для фиксации макияжа, да, то есть он у нас есть, выпускается в 100 миллилитрах, в небольшом, не в профессиональном тюбике, да, в маленьком, его можно совершенно спокойно бросить в сумочку, и, ну, вкладыш маленький, конечно, никто не бросит, да, не войдет, да, 100 миллилитров, ну, вот практически вот такой вот пузыречек, да, то есть он не войдет, но если вы едете, может быть, на какое-то мероприятие, у вас есть возможность, да, то есть его можно положить с собой в сумку, и в течение дня увлажнить, и потом припудрить, да, то есть так, зафиксировать свой макияж. А по нанесению косметики, да, я уже вот только что рассказала. Я надеюсь, это в какой-то момент, может быть, вам поможет, а некоторых, может быть, даже спасет. И как раз вот рецепт той маски с фарфоровой кожей, ее можно сделать как за 15 минут до выхода, да, главное, чтобы вы за 15 минут успели накраситься, можно сделать за сутки, да, можно сделать прям утром перед мероприятием, или же, если вы, допустим, готовите сами это мероприятие, у вас есть небольшой перерыв перед выходом, когда вы будете переодеваться в прекрасный ваш наряд, да, то есть делается она абсолютно просто. Для нее вам нужен лосьон-концентрат Нео и гель для сухой нормальной кожи Нео. Повторюсь, вам потребуется, у кого есть специальные одноразовые, да, маски, можно использовать, да, такие вот косметические салфетки. Я специально приготовила, чтобы показать, да, ее, для вырезать на ней ножницами носик и глазки, смешать лосьон, концентрат, там получается практически, ну, один к одному, да, мы смешиваем гель, лосьон, концентрат, пропитываем маску, кладем на лицо, сверху закрываем таким коконом из полотенца, и можно отдохнуть в течение 15-20 минут, кому-то даже подремать. Остатки маски потом либо удалить лосьоном, да, тоником, либо смыть, потом обработать лицо лосьоном и уже наносить макияж. Также такой маской можно завершать и процедуру лазерной биоревитализации, да, то есть ту процедуру, о которых мы сегодня говорили, да. Если, например, вы просто дома, если вы наш клиент, да, или же когда в салон
прибежали на буквально у вас там времени, там полчаса, да, там можно 20 минут провести ультразвуковую чистку, да, там полчаса потратить на обычную ультразвуковую чистку, завершить ее вот такой вот маской, и уже, собственно говоря, такая вот прям короткая СОС-процедура для тех, у кого очень мало времени, но выглядеть надо. Что мы в этом случае имеем, да, то есть что даст эту процедуру? Выравнивание тона кожи, да, она не зря называется фарфоровая кожа за счет, я не буду читать сейчас, вот на слайде написан состав, да, это отличный лифтинг на кожный, да, мы такой получаем, идеально гладкое лицо, да, то есть нивелирование мелких морщин. И действительно такая парадная процедура, прям на выход тоже совершенно спокойно можно ее провести. Да, то есть после ультразвука. Для кого? И для клиентов с сухой шелушащейся кожей, да, для клиентов с очень чувствительной кожей, да, то есть гели подходят, да, для кожи с куперозом, да, то есть чтобы опять же восстановить цвет лица, выровнять рельеф, дать мягкий, хороший накожный лифтинг, и, собственно говоря, можно после нее нанести совершенно спокойно макияж и выглядеть прекрасно. Дальше для наших клиентов, да, у которых есть, ну, может быть, там какие-то проблемы, актив лифтинг актив лифтингом. Кстати, актив лифтинг сыворотка еще очень хорошо контурирует нижнюю треть лица, но для людей, у кого есть тяжелый второй подбородок, да, поехал овал лица не так давно, да, в этом году у нас вышел гель моделирующий для нижней трети лица, который подходит под все аппаратные процедуры, да, он токопроводящий, плюс для ежедневного использования для людей, у которых есть действительно второй подбородок, и как экспресс, да, такое средство под альгинатные маски, под лифтинговые маски. На него, если честно, я специально, чтобы потом никто не говорил, что все плохо и ничего у меня не получается, я его неделю прям тестировала на себе под макияж. У нас недавно была выставка, да, и я его ежедневно наносила на нижнюю треть лица и смотрела, насколько долго и хорошо ли ложится макияж, и сколько будет действие длиться, да, поэтому сейчас смело готова вам вот его прям вот предлагать, да, то есть когда речь идет о курсе, да, там достаточно долгом, да, и вы там работаете с процедурами, вот в качестве экспресс-ухода, да, положить под макияж, чтобы хорошо сконтурировать идеальный тоже гель, да, можно включить в процедуры, да, которые мы с вами будем проводить, да, там, или как постпроцедуры, и непосредственно перед выходом нижняя треть лица, шея, декольте, об эффектах, которые долгоиграющие, я не буду рассказывать про курсовых, да, это у нас, во-первых, есть видео на нашем YouTube-канале, есть все материалы, и, может быть, там сделаем отдельный вебинар, да, по работе с вот нижней третью лица, с вторым подбородком, с брелями, да, по экспресс-уходам. Под любые астматические маски, да, под любые токопроводящие аппаратные процедуры, да, и просто под макияж, да, действие ваше будет точно такое же, да, хорошо очищенная кожа, лосьон, в этом случае тоже отлично подходит лосьон Neo, да, даже если
Вот для тех, кто говорит, что он суховат, может быть, там кому-то сушит, да, но это просто физическое действие, он на самом деле не сушит кожу, а делает ее такой более бархатистой. Поэтому обработали лосьоном, на верхнюю часть лица мы наносим, да, уже говорили, для эффекта Mio Relax. Да, под макияж тоже очень хорошо ложится. Либо кто склонен к отечности, это гель для кожи вокруг глаз. Не рекомендую сразу с ним выходить на улицу. Действительно, очень хорошо убирает отечность. Ну, если говорить, мы про праздники говорим, да, то есть идеальное действие подпраздничное, конечно, но если, допустим, у вас есть склонность к отечности, привести себя в порядок, да, тоже можно на него идеально ложится макияж, и поэтому тоже рекомендую. Допустим, вдруг вы или ваши клиенты работали очень долго, да, и прибежали к вам в последний день, возможно, там не спали, возможно, кто-то прилетел из командировки, да, и как такой вот СОС, быстрое средство убрать отечность, убрать пастозность, это гель для кожи вокруг глаз, да, и для нижней трети лица, да, то есть это гель, моделирующий для нижней трети лица, да. Все средства декоративной косметики прекрасно на них ложатся. Напомню, да, что после геля, чтобы действительно ровнее ложилось косметическое средство, да, декоративное, обработать, орошить лицо лосьоном. И для людей с проблемной кожей, кто не успел немножко, может быть, там до конца решить свою проблему, да, или же у кого все равно ввиду каких-то физиологических особенностей салится Т-зона, или все равно просто жирная кожа. Матирующий флюид. Это вообще средство для ежедневного применения, но в случае, допустим, такого СОС-средства, чтобы кожа не блестела в течение мероприятия, да, а все равно новогодние мероприятия, праздничные мероприятия предполагают принятие какой-то пищи, да, например, горячие. Я знаю, что все, у кого жирная кожа, и многие, у кого комбинированная кожа после приема активного еды, да, и некоторые после принятия алкоголя, да, неважно, какого мы сейчас о праздниках говорим, да, там, то есть это может быть и крепкий алкоголь, это могут быть алкогольные коктейли, да, начинает блестеть лицо, особенно после приема горячей еды. И вот матирующий флюид, действительно, в течение, хочу оговориться, да, вот от 3 до 5 часов он идеально матирует лицо, Т-зона не блестит и прекрасно, опять же таки, корректирует цвет лица, если вы не пользуетесь тональной косметикой, да, он создает из-за своих ингредиентов, да, у него такая после нанесения такая бархатистая текстура, да, но не тонального крема, а такого какого-то корректора, он выравнивает цвет лица прекрасно, да, и это тоже СОС-средство в праздничные дни, когда нужно выглядеть достаточно долго хорошо, на него очень неплохо наносится макияж, да, поэтому тоже используют. При этом, как вы можете видеть на слайде, да, в состав его уходит и ниацинамид, и цинк, и салициловая кислота в нем есть, да, то есть поэтому оно еще и общеоздоравливающее действие имеет. И здесь как раз будет спасение для тех людей, ну, как бы для которых праздники из-за блеска на лице достаточно проблематичны. Антиоксидантная сыворотка C-Energy. Это наша новинка, но многие, наверное, уже ее попробовали. У нее очень богатый такой яркий состав.
там и ниацинамид, и липосомальный витамин С, и фосфолипидный комплекс с дигидрокверцетином. Ее тоже можно включать в такие и в реабилитационные процедуры, и процедуры на выход, да, потому что она дает необыкновенное свечение кожи. Даже если вы не успели прям подготовиться сильно, да, там у вас... Я все время боюсь сказать о том, что, вот, например, она там неплохо осветляет, да, чтобы потом кто-то не написал или не сказал, что она ничего не осветляет. Она нивелирует при постоянном использовании. Это хороший помощник для борьбы с пигментацией. А вот в быстром действии, да, она действительно дает отличное свечение на коже. Да, она высветляет кожу, нивелирует вот эту вот яркую контурированную пигментацию, да, и делает внешний вид просто идеальным. Да. Она очень неплохо убирает такую пастозность на коже. Да, то есть за счет этого получается идеальный такой лифтинг, да, хотя в ней прям вот, чтобы лифтинговые компоненты, да, их как бы там недостаточно. Но это прекрасная витаминизация кожи, да, там это просто прекрасное средство на выход. Сразу хочу сказать, да, то есть за неделю, если вы, допустим, сегодня сделали какую-то косметическую процедуру и еще дополняете данные сывороткой, да, то есть опять же за неделю можно увидеть действительно явно выраженный эффект. Напомню, да, что у таких сложно сочиненных, да, то есть средств со сложной рецептурой, так же как и у пептидных средств, да, действие накопительное. Но результат можно смотреть, да, там, через неделю. Кстати, можно ее, если вы будете делать пилинг химический, энзимный, ультразвуковой, да, после энзимного и ультразвукового нанести можно сразу после пилинга, после химического пилинга на следующий день. И здесь средство подходит также под все лифтинговые, под осмотические маски. Ее можно использовать также со всеми аппаратными методиками. Поэтому тоже такое вот. И для экстренного такого экспресс-воздействия и для регулярного действия, точнее для регулярного использования ежедневного. Что бы мне, наверное, еще хотелось добавить? И у меня, ну, такой вот немножко бонус. Я сейчас вернусь ко всему тому, что мы с вами говорили, да, там срезюмирую, но вот небольшой бонус. Многие из вас тоже знают линия домашнего использования, линия Систрио, которую тоже выпускает компания Гильтек, да, это отличная линия, всего из двух средств для мужчин, а мужчины тоже на Новый год и вообще перед мероприятиями какими-то, да, тоже хотят выглядеть очень хорошо. И у них, как правило, этих средств недостаточно, да, и времени недостаточно, да, то есть, ну, на мой взгляд, вот мужчины перед Новым годом такие тайные санты у всех, да, и у семьи, и у родителей. И если человек там владеет, может быть, какой-то компанией, да, то есть у него еще и вот эти заботы добавляются, и ну, все равно хочется выглядеть хорошо. Гель для умывания у нас идеально подходит для и мужской кожи, и очень хорошо для подростковой тоже подходит. То есть для очищения можно, кстати, если мы про девушек, да, то есть можно порекомендовать кому-то в подарок подарить, да, но им можно и умываться,
И при желании можно помыть все тело, потому что у него немножко закисленный такой вот pH. Плюс недавно был задан вопрос в соцсетях, там типа им можно мыться, он не пенящийся практически, но если нужно подбрить, то пену нужно забить специальным там либо кистью, да, либо помазком, ее можно забить. Просто так руками он практически не пенится, у него мягкая такая не густая пена. Но тоже можно воспользоваться. Почему об этом подробно говорю? Да, потому что гель не вызывает никакого раздражения. И если готовиться к какому-то мероприятию, да, то это вот идеальное средство, после которого у вас не будет сушить кожу, не будет раздражений, если вы склонны после умывания к раздражению. Да. Хотя об очищающих средствах сложно говорить. Да, там, ну, как правило, не говорят, что они увлажняющие, да, ну вот кожа абсолютно комфортна после умывания данным гелем, да. В линии также есть увлажняющий крем, который еще содержит такие легкие матирующие частицы, он не тональный, да, как девочки привыкли, да, но немножко убирает излишний блеск, и в случае, опять же таки, мероприятия, когда вам нужно отлично выглядеть, это идеальное средство, которое выравнивает тон кожи, да, если были раздражения или там пересушенная, может быть, кожа, еще и очень хорошо убирает воспаление и увлажняет. Его можно использовать как крем после бритья, потому что там есть противовоспалительные компоненты. И для мужчин хотелось бы порекомендовать это наш гель для кожи вокруг глаз, да, про который я уже говорила, что он идеально убирает отечность, да, поэтому перед мероприятиями одну каплю на область вокруг глаз, и ваш мужчина, либо ваш клиент, да, либо ваш друг, да, идеально выглядит на любом мероприятии, даже если у него были там бессонные ночи. Ну и я уже про гель для кожи вокруг глаз говорила, что это идеальное постпраздничное средство, если вдруг нужно быстро убрать отечность, пастозность, которая, ну, иногда сопровождается после праздников. И хотелось бы еще тоже не касаемо, наверное, темы нашего вебинара, да, но все-таки, поскольку праздники, да, хотелось напомнить, как и мужчинам хорошо выглядеть и до, и после праздников, да. И если ваше мероприятие будет за городом, да, многие уезжают на отдых, да, кто-то будет кататься на лыжах, кто-то поедет в теплые страны, да, или кто-то просто будет у себя на даче. Хотелось бы напомнить, да, о двух средствах, да, то есть кто-то, если будет, а будет она солнечная, говорят, это зима, да, SPF 50, и достаточно плотный крем с фотозащитой для тех, кто будет кататься на лыжах, не только в горах, да, это в горах это вообще необходимо. Да, кто будет здесь кататься на лыжах, этот крем действительно окажет не только фотозащиту, но плотный, защитит вас от ветра. И если у вас есть склонность к сухости, к раздражению, так называемая аллергия на холод, обветриваются губы и кончики пальцев, склонны к заусенцам, это действительно спасение. Гель Церамид Skin Saver, это безводный гель, который поможет защитить вот такую вот раздраженную, шелушащуюся, пересушенную кожу. Ну и, наверное,
На сегодня у нас все. Если есть какие-то вопросы, пишите, да, то есть я на них отвечу. Мы сегодня с вами посвятили день быстрым средствам привести себя в порядок перед новогодними праздниками. Ага, спасибо. Какое средство для проблемной кожи в зимнее время? Да? Ну, про наш стоп акне его никто не отменял. Да? То есть, если есть активные высыпания, если есть такая проблема, да, то есть это средство на основе азелаиновой кислоты, стоп акне, с ним хорошо все знакомы. И в домашней линии у нас есть крем для комбинированной кожи. Да, то есть перед выходом на улицу, чтобы защитить от сразу хочу сказать, любой крем, даже вот Церамид Скин Сейвер, все равно нужно заранее нанести перед выходом, как раз для ежедневного применения, да, вот крем для комбинированной кожи. Там есть противовоспалительные компоненты, которые совершенно спокойно можно использовать с такой кожей в зимний период. Да? И если вы используете, например, какие-то тонизирующие средства в зимний период, очень хорошо еще и перейти на тоник, например, там, на тоник с ахакислотами. Тоже будет очень комфортно коже.